победой в нашем региональном конкурсе. На самом деле выбрали интересную перспективную сферу для самореализации, развитие которой на самом деле очень много зависит. Наша с вами жизнь зависит, ну и позиция в целом нашей страны на мировой арене. Это большая честь, что экспертным сообществом в нашей области отмечены работы соискателей. И, как правило, это стимул продолжать развиваться дальше, смотреть новые направления. Поддержка молодых ученых – это достаточно важное направление, которое сейчас реализуется правительством. Необходимо, в принципе, поддерживать молодежь, чтобы она осталась и дальше в науке, потому что многие уходят. Вот, надо как-то вот стимулировать, и это достаточно хорошее подспорье.